Нам сказали, что мы первые в этом году кушаем, кто кушает, на улице, в нашем чудесном саду. Блин, кошка лазит по машине. Свиньи. Французы здесь очень милые в Ницце, не такие, как в Париже. И мы сейчас даже обменивались чисто французскими такими поцелуями с нашим хозяином нашего дома, который нам готовит завтраки и все. Это было так мило. Мы в Каннах. Здесь проходит Каннский фестиваль. Ну, в общем-то, ничего особенного. Здание как здание. Золотая пальмовая ветвь. И асфальт очень прикольно блестит. Учились уже яхтами, машинами. В общем, Каны город как город, мы таких уже видели много. Если будете в Ницце, вот этот мигающий светофор непонятный, только что был, значит, приезжайте. Опаздываю на вебинар. Вот так вот. Удаленно работает, это хорошо? Безусловно. Но есть свои то. Вот у нас там лежит, мы даже с собой взяли, потому что не успели скушать. Мы снова опаздываем. Вся проблема не в том, что мы не пунктуальны, а в том, что мы слишком оптимистичны в наших прогнозах и желаниях. Мы всегда верим, что мы сможем собраться за полчаса тогда, когда нужно полтора. Вот и все. Винсент запарил этот голос. Чего ты хотел сделать там? Язык показать. Давай. Я хочу в конце твоей цитаты что-то сделать. Сегодня 15 апреля, сейчас 8 утра, мы в Ницце, едем в Пьяченцу, в Италию, чтобы снять интервью с Ирой, погуляем немножко по городу и едем до Гарда. Гарда — это озеро в Италии такое большое, и там остановимся на ночь. И завтра мы едем уже в Словению. Такие планы. Я еще помню, нам задали на лето читать. Приду там, да, познакомлюсь, возьму задание и уеду. Что ждем? Я такая, ничего себе, сколько народу ждать. И они нам прям это начали меня спрашивать, все. Как вы видите наше сотрудничество? Какие у вас проекты? В плане вот такой статичной картинки при хорошем свете большая разница. У них разрешено ездить 100 человек в машине? Да поедем! С чем? 100 человек в машине. Ну, пойди, нет? А сейчас такие, ну, кто-то спрячется под ноги. Скажу, что у нас две головы, просто. Просто, когда в пост проезжали, кто-то так ложился на всех. Да, на все и куртку положить в машине. А вы вместе выбирали?
Да, я хотела. Мне нравился Михаил, Миша. А тут как бы вообще бы не прокатило. У них буквы К нету, и вообще они Михаил бы назывались, буквы К. Микели. Микели бы они бы его называли. А вот Роман вроде как бы более-менее интернациональный имени. И то, что он в Риме родился, как-то созвучно. И то я говорю, как же ты говорю, Роман. Как? Роман, как? А ты говоришь, Рома женское имя? Что смеешься? Рома женская, да. У них вот Рома, ну вот Рим, столица их, она женская, как Москва. Ничего себе. Да, буду спарить такой Москва. А я говорю, Рома, Рома, они тоже Рома. Или Ромочка, это тоже странно. А его они Романучо. Романучо? Романучо. Романуча. Видеоблогинг, молчаливый видеоблогинг, который называется «Голодная паника». Да, никто не говорит, все хотят жрать. Вкусненько? Мы, короче, все сегодня какие-то странные.